Георгий Алпатский приходит на выставку «Энергетика» уже не в первый раз. Он работает на одном из крупнейших предприятий Самарской области. Отвечает за охрану труда и пожарную безопасность. Сегодня он решил посетить семинар, чтобы послушать авторитетных экспертов в области охраны труда. Риски – это большой спектр, большой набор, особенно если предприятие большое. Вот. Большой набор этих рисков, и их нужно всех контролировать, учитывать с определенной периодичностью. И это все нагрузка, в том числе и на безопасность, блок безопасности в любом предприятии. Мероприятие посвящено популяризации вопросов охраны труда, акцентированию внимания на каких-то проблемных, которые есть у нас, моменты в организации работы по охране труда, те моменты, которые мы собираем в результате участия в комиссиях по расследованию частных случаев. Сегодняшняя выставка стала 26-й по счету. На нее приехали представители энергетических предприятий со всей России. Презентовали свою продукцию немецкие компании. По словам организаторов, эта площадка позволит специалистам изучить новое производственное оборудование и обменяться друг с другом накопленным опытом. У нас будет конференция сегодня параллельной защите автоматики. У нас будет конференция посвящена модернизации, ремонту оборудования энергетического, диагностики энергетического оборудования. Также у нас крупные мероприятия по охране и защите труда. Выставка «Энергетика» продлится до 20 февраля. За это время участники смогут посетить несколько бесплатных семинаров, мастер-классы и пообщаться с представителями крупных предприятий со всей страны. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.